Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в столь прекрасную погоду в этом зале. И сегодняшний наш концерт будет полностью посвящен творчеству молодого и очень талантливого ростовского композитора Эльвиры Корвуевой. Ранее ее музыка уже неоднократно звучала на концертных площадках нашего города, и сегодня мы услышим произведения, написанные в разные периоды ее творчества. Это будут камерно-вокальные сочинения для разных составов. И открывает наш концерт произведение «Морема» для голоса в сопровождении струнного оркестра. Слова итальянского поэта эпохи романтизма Джакомо Леопарди. Фрагмент из стихотворения «Ультима канта де Сафо», что в переводе на русский язык означает «Последняя песнь Сафо». Исполняет камерный оркестр «Амапола» под руководством Эльвиры Корвуевой, солист Михаил Губанищев. Премьера. Thank you.
Должно быть непосредственным и эмоционально содержательным. Ведь самое важное не выбор материала, а ценность чувств, которые этот материал выражает. Думаю, что эти слова можно со смелостью отнести к творческому методу ростовского композитора Эльвиры Коргуевой. Сергей Рахманинов говорил о том, что самое высокое качество всякого искусства – это его естественность.
и у Эльвиры это есть. Каждая нота в ее композициях прочувствована и выверена. В 2014 году Эльвира блестяще окончила Ростовскую государственную консерваторию в классе профессора Виталия Семеновича Ходыша. И следом поступила в аспирантуру к своему профессору. В 2015 году Эльвира уже становится членом Союза композиторов. И вот как ее характеризует секретарь Союза композиторов России. Евгений Дрозд говорит о том, что она удивительно талантливый композитор. Ее профессионализм, эрудиция и безупречный вкус в столь юные годы способны привести в изумление каждого. Но больше всего меня поражает глубина и выразительность всех ее сочинений. А пишет она в самых разных жанрах. Но достижения на текущий 2015 год у Эльвиры не окончены. Она создает оркестр, она им дирижирует и пишет для него новые сочинения. Только что мы услышали премьерное сочинение «Мементо», и это не последняя наша сегодняшняя встреча с этим оркестром, мы его еще сегодня услышим. «Амапола» в переводе с испанского означает «маг». А в продолжении нашего концерта прозвучат два романса в исполнении Антона Байбакова и Анны Дайхиной. «Жила-была монашка» на стихи неизвестного поэта XVI века и «Песня незваного гостя» на стихи Рудольфа Лошенфельда. Thank you.
Следующим произведением нашего сегодняшнего концерта станет романс для сопрано и виолончели «Мементо» на стихи испанского поэта Гарсия Лорка. В своем стихотворении «Помни» он пишет: «Когда я умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда я умру, в апельсиновой роще старой, в любом цветке. Когда я умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише, 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 когда я умру». Подобная недосказанность свойственна поэтической личности Лорке. Это непрерванная мысль, это импрессионистские зарисовки, на фоне которых звучит напряженный голос лирического героя, который умеет, не договорив, сказать все. Романс «Мементо» исполняют Юлия Гридина и Мария Андреева. Thank you.
сочинять свои произведения Эльвира начала в раннем возрасте. По воспоминаниям, первым таким детским произведением была песня, которую она сама написала, и слова, и партию фортепиано. Ей тогда было 5 лет. Но на фортепианных произведениях творчество Эльвиры не останавливается. И сейчас мы услышим дуэт для двух скрипок. Исполняют Эльвиз Ипекчеев и Анастасия Растрыгина. Thank you.
импульсы к творчеству у Эльвиры Коргуевой зачастую не музыкальные, а живописные, театральные и поэтические. В работе над музыкальным построением она движется вслед за образом. И следующее произведение, которое прозвучит в нашем концерте, это романс «Повесть о Марии» на стихи немецкого писателя Бертольда Брехта. Позвольте, я вам зачитаю отрывок стихотворения, на который была положена музыка. «Тогда при голубой луне сентябрьской, под сливою, под юным деревом, я бледную любовь в руках баюкал и обнимал, как милый сон. Тогда же в прекрасном летнем небе стояло долго облако одно, и было оно бледным и необычайным. Но поднял я глаза, и где оно?» Романс «Повесть о Мари» исполняют Анастасия Шаповалова и Анна Дайхина. Thank you.
Следующее сочинение, которое прозвучит в нашем концерте, будет программное произведение «Мадридская фантазия». Каждая из трех частей носит свое название. Это «Этюд мироздания», «Мадридская фантазия» и «Далекие берега». Thank you.
сейчас прозвучало трио «Мадридская фантазия», и ее исполняли Евгений Асеев, Мария Андреева и Полина Семенова. Романс «Ля Вита Фуджия», который прозвучит далее, написан на слова сонета итальянского поэта эпохи Возрождения, мыслителя и гуманиста Франческо Петрарки. В своем сонете он пишет: «Жизнь бежит и не останавливается ни на один час, и смерть следует за нею целыми днями, и настоящее, и прошлое волнуют меня, а также будущее. Мне приходится вспоминать и ждать то другое. И по правде говоря, если бы я не испытывал жалость к самому себе, я давно бы избавился от этих мыслей». Романс «Ля Вита Фуджия» исполняют Михаил Губанищев и Анна Дайхина. Oh,
А сейчас прозвучит романс на стихи Рудольфа Лошенфельда «Фиолетовое море». Исполняют Евгения Асанова и Анна Дайхина. Отличается тем, что она пристально работает над пейзажными зарисовками. С помощью нот и музыки перед нами возникают целые живописные полотна. А сейчас прозвучит дуэт для виолончели и фортепиано «А где-то идут дожди». Исполняют Зейнел Заитов и Эльвира Коргуева.
Звучали романсы на стихи российского поэта-постмодерниста Рудольфа Лошенфельда. И сейчас прозвучит еще один романс, который называется «Время». И его исполнят Евгения Асанова и Анна Дайхина. Thank you.
В нашем концерте прозвучит «Былина», «Там чудеса» и «Ветер утренний шепчет». «Былина» — это вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения действительности. И уже название нашей «Былины» у нас есть подсказка. Это и классические образы Пушкина «Там чудеса», и наша современная действительность «И ветер утренний шепчет». И эта былина поможет нам с вами перенестись в мир романтизма, где сказка сливается с современной реальностью. Былина. Там чудеса и ветер утренний шепчет. Исполняют Александр Лапич, Анна Осокина, Никита Пестов, Александр Горбатько и Валерия Кононыхина.
И в завершении нашего творческого вечера прозвучит поэма для струнного оркестра. Исполняют оркестр «Амапола» под руководством и дирижером Эльвиры Коргуевой.